Всего в Тамбове 56 детских садов, и все они готовы к началу учебного года. Во многих из них провели ремонт. В частности, привели в порядок системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также кровли, уличное освещение и пищеблоки. Помимо этого строятся новые детсады. Не так давно открылись три, а еще один заработает осенью на севере города. Яркие краски, которые должны ребятишки увидеть, они должны быть в каждом детском саду. Поэтому в этом году мы постарались дополнительные финансовые ресурсы выделить и на ремонт территории некоторых детских садов, на асфальтирование. Пусть не так много нам удалось сделать вот именно в этой части в 2021, но мы будем продолжать это делать в 2022 году. Кроме того, многие детские сады получили дополнительные игровые комплексы, современные. Что до воспитанников учреждений, их в Тамбове насчитывается более 16 тысяч. И качество их воспитания было и остается на первом месте. По словам начальника профильного управления администрации Тамбова Натальи Полуниной, одна из основных задач – сделать дошкольное образование интересным и насыщенным.